Вот, как вас зовут? Маша. Машечка, иди сюда. Так, идите ко мне. Как вас зовут? Сережа. Вам надо сделать так за вот считанные минуты, чтобы она у вас захохотала и упала. Садись сюда. Это ваша любимая девушка. Пожалуйста. Да упала, чтобы она захохотала. Пожалуйста. Вот отсюда входи, там соберись. Ага. Начали. Привет. Как дела? Что, странно, конечно, случилось. Что ты отмечаешь? Я тоже собираюсь. Так, так, заднее место. Ага, да. Ну, что-то рассеялась такая вредная. Вставай. Что с настроением? Анекдот слушала последний? Ну, молодец, ты себя тоже преодолел, но это очень сложно. Давай я попробую с Смеяной поработать. Ну, только не хватает. Как тебя зовут? Можно говорить. Как тебя зовут? Ага. Ой, Машка! Ой, Машка! Машка. Пашку любишь? Да. Что, плохо с Пашкой? А у Пашки знаешь, какая мордочка? Сейчас. Удивлю. А у тебя знаешь, где улыбка? Сказать? Понимаете, это очень сложно. На самом деле это очень сложно. Опять я вам хочу сказать, здесь не может быть вербальный уровень. Никакие анекдоты, она ни на какой анекдот не это самое не отреагирует. Потому что сначала человека надо расслабить. Во что бы ни стало, чтобы он перешел из одного качества в другое, нужно полностью расслабить. Да? Вообще играть. Что-либо на сцене вот в таком состоянии невозможно. Или в каком-то одном состоянии невозможно. Нужно расслабиться, расслабиться, поэтому встали, вот так потрясли ручками. Вот так потрясли ручками. Хорошо. Хорошо. А теперь каждый из вас буквально на одну минутку превратится в абитуриента. Я принимаю